дамы и господа, мы начинаем. Встречайте, Аида, город Вологда. Пускай любовь и счастье будут безграничны, и детский смех нас будет радовать всегда. Пускай у нас всю жизнь будет на отлично, а по-другому жить не сможем никогда. Как без воздуха я не могу, без женщины, которую люблю. Как без воды к источнику ползу, я к женщине, которую люблю. Как без воздуха я не могу, без женщины, которую люблю. Как без воды к источнику ползу, я к женщине, которую люблю, которую люблю. Жизнь — это сложная дорога, все приходит усложнить, но это маленькое много — тебя по-прежнему любить. Дамы и господа, большой деятель Ростова-на-Дону сегодня в Санкт-Петербурге. Наша замечательная, любимая Елена Джумыга. Встречаем! Добрый вечер! Весь Петербург в золоте осенней листвы. Пусть это замечательное чувство любви, тепла и солнца будет в вашей душе аж до весны. Ну что, поехали? Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Просто я сказала, я тебя люблю. С тобой не знали сами, что же было между нами. Просто я сказала, я тебя люблю. От села и до села жизнь как пробка пролягла, и по этой вододорожке ты ко мне пришла. Ты как розочка цвела, шумел камыш, деревья гнулись. Аночка тё, Аночка тё, Аночка тёмною была. Одна возлю, одна возлю, одна возлюбленная пара. Всю ночь гуля, всю ночь гуля, готовим руки, всю ночь гуляла до утра. Итак, дорогие друзья, к нам из города Ставрополь приехал Игорь Душкин. Встречаем! Давай по рукам, под честное слово, и пусть так всегда будет снова и снова. Дует ветер промозглый, холодок по спине, ты компостируешь мозги. Ты компостируешь мне, бьют на башне куранты, и не видно низги, обладаешь талантом, а выносить мне мозги. Анжела Травинь, город Екатеринбург. Залетает тихо осень, облетит печальный сад, а рябине так идет ярко-алый наряд. Я с рябинушкой кудрявой, как с подругой обнимусь, я не раз к тебе, красавица, вернусь. И опять песня о рябине залетит в раскрытое окно. Все равно. Дамы и господа, это Константин Макаров. Приехал он к нам из Барнаула. Я отнял микрофон у нашей замечательной, великолепной Анжелы. Ну и, собственно говоря, переадресовал его Константину. Посмотри, как по реке проплывают лодочки. Катерок взял на буксир две пустых баржи. Сядем, братец, у воды, выпьем с тобой водочки, и как это водится, поговорим за жизнь. Время речкою бежит, все меняется, жизнь печатные листки превращается, невозможное вдруг явью становится.
а душевное уйдет и не спросится. Камни острые водой будут сглажены, все, что было в кривь и в кось, станет слажено. Все, что было нерушимым, сломается. Даст Бог, дружба наша крепкая останется. Дамы и господа, встречайте Марии, ваши аплодисменты. А все быстротечно, будильник отрезк, значит, восемь. Вздохнуть не успеешь, как дни пролетают, среда. С работы вернешься, закуришь, а за окном осень. Моргнуть не успеешь, лишь кофе заваришь, зима. А помнишь, как все начиналось, помнишь, и в дивных звуках танцевал, как свет, как обещал, желание все исполнить, укрыть и оградить от бед. А помнишь, как ты говорил мне, помнишь, о том, как просто в этой жизни все. Но только на часах вот снова полночь, и не спешит рассвет в окно. Город Петрозаводск, наш летчик, заслуженный летчик российского шоу-бизнеса Валерий Новиков. Встречайте! Где-то в старом глухом городишке, из-за глупой коварной брехни, попрощались с двумя молодыми, до конца не познавших любви. Попрощались с двумя молодыми, до конца не познавших любви. Наши годы быстро мчали, было нас не удержать. Мы за счастьем так бежали, все боялись опоздать. А теперь живем спокойно, шум и гам уж позади. Фейерверки и застолья не нужны теперь они. Но что-то колет там в груди и разрывается на части. Такое чувство, что внутри разбитые осколки счастья. Дорогие друзья, встречайте, очаровательная Вероника и Алексей вместе создали дуэт, который называется «ЛВ». Под ваши аплодисменты! Четыре серых полосы блестят пустой ночи. Ты видишь острые углы, ты слышишь, мир молчит. И в направлении любом всегда идешь вперед. Но все, что прямо, это круг, к началу он ведет. Вот мы стали взрослыми, местами с проседью у нас виски, с глазами мудрыми, друзья-выпускники. Мы с разных берегов реки мерцаем будто маяки. Да-да-да, мы стали взрослыми. Дамы и господа, встречайте на этой сцене Евгений Мотолеонис. Тольятти, поехали! Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Ах, Одесса, жемчужина у моря! Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, любимый, милый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, любимый, милый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Встречайте, город Екатеринбург. Здесь Иван Правдин. Под ваши аплодисменты. Женщина в моей голове с
снова смеется, светится солнцем ласковым. Женщина в моей голове, я в твоей власти, стала ты счастьем, сказкою. Женщина в моей голове не оставляет, не отпускает. День за днем снова говорю я себе, как я скучаю, как я мечтаю быть с ней вдвоем. Итак, из города Петрозаводск к нам приехал Дмитрий Козлов с песней Михаила Круга. Встречаем! Но я вернусь опять, дождется мама, и будет на крыльце при сыне причитать. И я скажу ему: не плачь, я тот же сам. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать! Всем огромное спасибо. Хорошего вечера вам. Дорогие друзья, Дмитрий Козлов, Петрозаводский. Я думаю, вы, разбираясь в песнях, разбираясь в музыке, понимаете, да, чем этот молодой человек подкупил тогда всех членов жюри. Итак, встречайте, город Екатеринбург, наша любимая Романа, под ваши аплодисменты. Дарую свет любви, Боже, избранники, ангелы во плоти. Люди друг другу светочи направляют.